Всем привет, с вами канал Артмания. И попытка номер два выйти на улицу. Смотрите, я вышла опять гулять. Получилось только-только выйти на улицу. Просто погулять одной, подышать воздухом, увидеть мир. Что-то опять тучи идут. Опять идут тучи, подул ветер уже такой прохладный. Но в этот раз я решила не останавливаться, идти вперед, потому что в прошлый раз остановилась и просто сидела в парке, хотя дождь не пошел. В этот раз я все-таки решила добраться до Ленинского проспекта, посмотреть этот парк замечательный. Жалко, конечно, что нет солнышка. Уже все, оно уже ушло за тучку, пока я там проходила, поспала, делами позанималась. Уже прохладный ветер, но, кстати, очень сильная жара у нас, градусов 30 побольше, и ветерок прям офигенный. Просто надеюсь, он сильно вам не мешает. Смотрите, как красиво. Я просто засиделась. И сегодня пойду гулять. Хочу дойти еще до сбил меня этот Яндекс.Еда, до фонтана, большого фонтана. Там я уже год целый не была, то побольше. Надеюсь, что меня не обольет дождик. Вуаля, смотрите, я подошла таки к этому фонтану. Наверное, около него прохладно, потому что в городе душновато очень. Прям обтекать начинаешь потом, плюс у нас нет воды уже неделю горячей. Короче, увидела там странный автобус. А вот поворачивает, едет. Какой-то странный автобус увидела. Не знаю, что там такое это было, но что-то необычное явно. Смотрите, как красиво. Цветочки какие. Такая красота. Вот хочется находиться вечно. Надо было взять какую-нибудь тряпочку и просто вон там постелиться. И лечь. Не знаю, ну да, наверное, тут можно, по-моему. Тут никто не ходит, охрана не ходит. Было бы, кстати, неплохо. Там вообще шикарно. Такое зелененькое. Мы с вами в прошлом году здесь были последний раз. Там он поливает газончик все. Все кругом мокрое. Вот тут шикарно как. Какая красота. Дорожки мокрые, газончик поливается. Газончик, конечно же, далеко не тот стал. Ага. Уже обросло там всем, чем возможно. А еще вот подальше там, или вон там, более-менее похож на газон.
вот мне очень нравится, красиво. Жалко, что это не лес. Был бы дремучий лес посредине города, было бы хорошо. Там травка есть. Смотрите, здесь была каменная горочка такая большая. Или по кругу была красиво. Смотрите, все заросло. Вот не ухаживаешь. Камни, кстати, такие классные. Можно на мыльницу взять, на какой-нибудь. Было бы. Уже заросла, видите, все. А предыдущий год, вспомните, как было. Красиво было. А сейчас уже все. Ведь надо их все вынимать и заново все делать. Что там детская коляска брошенная стоит. Без ребенка. Нет, у вас сейчас, в данный момент, у вас...